«Здравствуйте, я ваш участковый уполномоченный полиции» – дежурная фраза, которую Антон Денис произносит на протяжении 20 лет. О том, что участковая служба – это особый фронт работ, говорить не приходится. Капитан полиции ежедневно выезжает по адресам, помогает людям разобраться с проблемами, отыскать потерянную вещь, утихомирить буйных соседей, провести воспитательную беседу с хулиганами. В принципе, в полицию пошел по стопам старшего брата. Он у меня более 25 лет тоже прослужил в нашем отделе. Дядя у меня в Белоруссии всю жизнь прослужил участковым уполномоченным. Его сын, то есть мой, получается, брат, тоже работал участковым уполномоченным. Антон – заядлый игрок в хоккей. Спортом увлекся еще в школьные годы, а в 2009 году вступил в команду любителей. А еще в свободное от работы время капитан полиции печет торты. Да и вообще кулинария – его страсть. Отпускной период ты можешь себе позволить, потому что это такое занятие, на которое надо время. Ну, определенное, так скажем. Ну, а для того, чтобы хороший тортик сделать, ну, в принципе, ну, практически сутки. За долгие годы работы участковым чего только не случалось с Антоном. Но один эпизод запомнился больше всего. В дежурную службу тогда еще милиции поступил звонок. Пожилая женщина жаловалась на дочь, которая вместе со своим сыном забаррикадировалась на кухне и угрожала ему ножом. Она требовала деньги, документы и куртку взамен на свободу мальчика. Старый дом, из санузла окно на кухню. Вот. Слава богу, остекление отсутствовало. Забросили сначала куртку неудачно, она умудрилась к себе ее подтянуть. Паспорт тоже отскочил от подоконника, кухоньки маленькие, 1,5 на 2 метра. Вот. Но уже осталась последняя надежда – это деньги. Как только от моего напарника последовала команда «входим», ну, я выбиваю дверь, напарник влетает через это окно, мы ее обезвреживаем, нож забираем. Несмотря на выслугу на пенсию, Антон Денис уходить не торопится. Работу любит всем сердцем за возможность общаться с людьми и помогать им. Я, в свою очередь, хотел бы поздравить всех своих коллег, ветеранов этой службы с этим нашим профессиональным праздником. Без нашей службы невозможно представить себе существование полиции в принципе. Хотел бы пожелать всем вам крепкого здоровья. Александра Пескова, Павел Третьяков, ТВ 21+.